детский садик. Начинаем чтоб маршрут на Харки-салон. Детки, мы его делаем уже в который раз. Все играют и поют. Очень приятный, хороший, тенистый, нетрудный маршрут. Уголочки, где шумит фонтан, черноглазый мальчик. Собрались все новички с фулфейсами, ты полный экипировки. Шепеляво он ей говорит: слушай, Коля, вырасту большой, заберу тебя с собой. И носить я буду для красы, как у Ваньки двор. Сейчас вторая половина дня, и в таком ракурсе эти виды я фотографировал с таким освещением солнца. Все очень красиво. Растает в нашем старом саду. Запах роз ароматный, глубоко я вдыхаю. Какие тут виды чудесные. Одиноко бреду. Эта картина под меня еще лет 7 есть. Посмотрите. Вот эта фигня с хвостом, с иголками. Ну какой-то. Из завров. И пошел его сразу. Ну и пошел на это. А, он туда обратно, да? Сумма сначала. Нет, я просто сам. Сима, давай газ. Этот мужичок, пока мы намотали один круг, я его уже встречаю третий раз. То есть он пошел по третьему кругу. Коля кого? Шиман, главное тренировки в этой неделе. Вот тебе дали! Пока не дали. Жизнь. Я приехал, мне было жарко, пришлось все снять. Лёня уехал. Лёня. Лёня уехал. Кстати. Мы закончили уже в темноте, но мы никуда не спешили.